Дорогие друзья, как вам уже известно, в Одессе прошел мессианский еврейский ретрит. И темой была пастырь и его команда. Знаете, для вас это очень важно, и для нас это было очень важно, но многие писали нам, что не смогли приехать. И по этой причине мы даем возможность этому видео быть в доступе каждому пастырю, каждой команде, чтобы мы строили Царство Небесное. You had an amazing question earlier. Сергей, у вас был удивительный и прекрасный вопрос. Will you ask that question again? Спросите еще раз этот вопрос. Задайте. Many people come to church, different social backgrounds. Каким образом вы создаете, какие подходы, первое, к созданию домашних групп? What do you do, what aspects you use to build the home groups? Какие требования к руководителям домашних групп? What requirements home group leaders have? And how do you prepare the leaders? And how do you work with them? Every single volunteer position in Gateway. Каждая волонтерская позиция в церкви Gateway. Has requirements. Имеют свои требования. To be a group leader has the most requirements. Чтобы быть лидером группы, это самые высокие требования у нас. We actually have four tiers of leadership. У нас четыре подхода, четыре уровня лидерства. One of the core values of Gateway Church is stewardship. Одни из ценностей это домоуправительство. We want to be faithful with what God has provided for us. Мы хотим быть верными с тем, что мы имеем, что Бог нам дает. If you see Gateway Church from the outside, если вы посмотрите с улицы на церковь Gateway, and I'm saying this as humbly as I can, я говорю это очень смиренно, ну, it's really, it could be really easy to say the biggest asset of Gateway Church is money. Очень легко сказать, что самая, ну, самая ценность большая – это деньги. Легко сказать, что, о, церковь богатая. That is absolutely incorrect. It's people. Но это неправда. Церковь такая большая, потому что там очень много богатых людей, но нет. Gateway Church is all about people. Но это церковь только потому, что вопрос в людях. So before we give people to people to be led by people, прежде чем мы доверяем людям людей, we're going to take them through a process. Мы этих людей берем через процесс. It's a very important process. Это очень важный процесс, который мы проводим. Just so you know, I'm going to go ahead and go through it. Чтобы вы понимали, я пройду сейчас по этому процессу. They have to complete an application. Они сначала подают заявку. Like when you want to go apply for a job, you have to fill out an application. Такую же самую заявку, которую вы подаете, когда вы устраиваетесь на работу. We're a really big church. Потому что мы большая церковь. And this is the quickest way we can think of to get to know who this person is. Это самый лучший, самый быстрый способ, как. It's a volunteer position. Как вы можете попасть это на волонтерскую позицию? If I don't know the person and I'm the group's pastor. Если я не знаю человека, но я лидер группы. I can look at their application. Я посмотрел на их форму. And say thank you. I'm going to get back with you. И я пишу ему и говорю спасибо. Я обязательно просмотрю. And then I'm going to go do a criminal background check with the state of Texas. Потом я его проверяю на криминальные записи с штата Техас. Because these are people. Потому что это люди. That we're trusting these leaders with. Это люди, которым мы будем доверять. Лидерство. I know this sounds very like, whoa, that's конечно, really strong, that's really heavy. Выглядит, что, о, это настолько сильно, настолько тяжело. But if we're going to shepherd God's beloved people, his flock, но если мы будем пастырствовать, если мы будем вести Божий любимый народ, we are going to make for certain, we're going to do everything in our power to make sure we're entrusting the right people with, мы будем делать все возможное, чтобы сделать все возможное от нас зависящее, чтобы доверить людям, людей. So there's an application. Есть форма.
We do our homework and check their criminal background check. Мы делаем свою домашнюю работу, мы проводим через проверку. That includes seeing if this person is a registered sex offender. Мы даже проверяем, если этот человек есть сексуально домогательство имел, есть специальная запись у нас. That's one of the most least fun things about my job that I do. Вот это моя работа, это самая неприятная часть моей работы, чем я занимаюсь в моей церкви. I cannot tell you how important that part of my job is. Я вам передать не могу, насколько это важный аспект в этой работе. Once I've gotten everything I can about this, all the information I can gather. И когда я собираю информацию, и как только сколько много информации я бы не собрал, третий шаг я делаю. It's an interview, a face-to-face or over the phone, depending on my calendar. Все зависит от моего календаря. Или я назначаю встречу с этим человеком, или по телефону я с ним провожу интервью. I would say, Valentin, I'm so glad you want to be a group leader. Я говорю, Валентин, я так рад, что ты согласился быть лидером домашней группы. Tell me what your group's going to be like. Скажи, пожалуйста, как будет называться твоя группа? Is it going to be at your? Как она будет выглядеть? Was that? Mm-hmm. I thought he said motorcycles or something. Я подумал, что он сказал мотоциклетная. Basically, the information I'm gathering in this interview. И базовая информация, которую я получаю в этом интервью. For them, it seems just relational. Для них это выглядит, что это взаимоотношения. But I'm checking to see if this person is competent. Но для меня это интервью важно, чтобы определить, насколько он вообще способен это сделать. Do I want to? Would I send family members to this person's leadership? И я должен взвесить, пошлю ли я члена своей семьи в его группу? Very relational. Очень семейные взаимоотношения. So that's the third step, an interview. Это третий шаг, это интервью. And just so you know, we at Gateway Church we call a difficult conversation a crucial conversation. И в церкви Gateway мы называем трудные разговоры, они очень критичные. Some people. They don't make it through the interview. Некоторые люди, они даже через это интервью не проходят. I'm not going to tell them you can't lead. Я не буду говорить им, ты не можешь вести эту группу. Because that's not true. Потому что это неправда. Gateway Church does not invite. Gateway Church is not developing followers. Gateway Церковь, она не основывает последователей. We're raising up leaders. We're raising up leaders, not followers. Мы поднимаем лидеров. Мы не готовим последователей или прихожан. So as if I'm going to be a strong leader for this person. И если я буду сильным лидером для этого человека. I can't just give him a bunch of love and say good luck with leading your group. Я могу просто его одарить очень огромной любовью и сказать: слушай, всего хорошего, пусть Бог благословит тебя. And I also don't just want to speak too much truth without any compassion. Но также я не хочу говорить слишком много правды и истины в его глаза без сострадания. And tell him you're not ready to lead a group right now. И я ему не скажу сразу: ты не готов сейчас вести эту группу. I tell him how amazing this interview was. Я ему скажу: слушай, такое прекрасное интервью было. How grateful I am to get to know you. Я очень рад и благодарен, что я с тобой познакомился лично. I want you to team up with, I want you and your wife to go to this strong leaders group. Я хочу, чтобы ты и твоя жена вот присоединились в эту группу, которая, я считаю, что она очень сильная группа. Because by following them, потому что следуя с ними, you're going to learn how to be an incredible leader. Ты научишься быть великолепным лидером. And so that's the interview. Вот very это important. Вот происходит в интервью. The fourth четвертое. Requirement for a group leader. Четвертое требование, которое мы имеем к лидеру. Is to go to our leadership training. Пройти через специальный тренинг лидеров. For 1 hour. Один час. Once a month. Раз в месяц. They have to come to a class and listen to me talk. Они приходят в наш класс, где они обязаны слышать меня. And you guys know how fun that is. И вы знаете сами, насколько это весело сидеть в классе.
I tell them how we do, how, why, and I tell them how we do groups. И в этом классе мы говорим видение группы, почему вот эти вопросы, что, как, почему. And that's the process. Вот этот процесс. I'm going to go through that process with you. Чуть позже я пройдусь по этому процессу с вами. Why are we talking about groups so much? Почему мы так много говорим об этих группах? It's not just because I'm the group pastor. Это не потому, что я пастырь группы. It's because every single ministry that comes out of our church. Потому что каждое служение, которое в нашей церкви возрождается. Whether it's deliverance. Или это группа освобождения. Whether it's youth ministry, или это молодежное служение, whether it's marriage ministry, или это служение семьи и брака, any ministry you can think of, любое служение, которым вы бы подумали, is going to be best if you wrap it in relationship. Оно будет самым лучшим процветать, если оно будет в взаимоотношениях строиться. And that's how everybody in a church of 38,000 people. И вот таким образом 38,000 человек is empowered to be a leader. Которые в одном теле, они снаряжены быть лидером. So, any more groups questions? Есть вопросы по вот этим группам. Wait till tomorrow. Если у вас есть подобные вопросы, подождите до завтра, хорошо? Just so you know, every single mention of a church gathering for worship, for learning the word in the New Testament. Чтобы вы понимали, что каждое упоминание, которое используется о собрании и которое написано в слове, it took place in a home. Оно имело место в домах. Some of us in the room are like, oh, I hope God doesn't want to use my house. И кто-то из вас здесь сидящих, присутствующих, думает, о, только бы не это не касалось моего дома. We're gonna talk about that. Моей квартиры, но мы будем говорить об этом. But for now, over the next couple minutes, we're gonna read in the book of Luke, chapter 5. Сейчас я бы хотел, чтобы мы прочитали Лука, 5 глава. And if you would be so kind to just read chapter 5 from verse 3. Лука 5, 3 и 4. Through verse 11. It's a story we're all familiar with. И до 11 стиха. Beautiful. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Дальше, до 11-го. До 11-го стиха, пожалуйста. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Также и Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Thank you. That's a lot of Bible to read. Да, спасибо. Это было очень много чтения Библии. This models four different things. Вот это место имеет модель в четырех аспектах. So pull out your pens. Достаньте ручки, пожалуйста. Y'all were not doing a good job taking notes during John's last session. Когда Джон учил, вы немногие писали. Я видел. Y'all were way too busy saying amen. Вы слишком заняты были провозглашать аминь. Good word. Хорошее слово, Джон. Борщ. Борщ. That proves to me that y'all were not taking notes. И это меня убедило, что вы любите борщ, да? Что вы не писали, а поэтому объяснение было этому. There's a guest speaker that we have speak at our church often. У нас есть один гость, который приезжает и проповедует в нашей церкви достаточно часто. And he said he had such
issues with his confidence when he would speak at Gateway. И он говорит, что у него внутри настолько было уверенности, когда он проповедовал в церкви Gateway. He said, everywhere I go, they yell amen at me constantly. В каждое место, куда бы я ни ездил, всегда говорили аминь, аминь, когда я проповедовал. But at this church, I'll say something amazing. Но в этой церкви, когда я говорил что-то такое удивительное, классное, I'll wait for a response. Я ожидаю ответа. And it's nothing. И ничего. After about four times preaching at our church, и после четырех раз, когда он проповедовал в нашей церкви, he noticed that all of their heads go down. Он заметил, что головы как-то так опустились. And they're writing notes. И они начинали писать записи. So he realized, oh, these people take notes. И тогда его осенила вот эта мысль: о, они не отвечают мне, нету so, этой взаимосвязи, только потому что они пишут записи. So now every time he preaches there, he leaves so encouraged. И каждый раз, когда сейчас он проповедует, он уходит из церкви такой вдохновленный. They're just taking notes. Потому что люди пишут записи. History, excuse me, note takers are history makers. Люди, которые пишут, это люди, которые творят истории. I love going back into my notes sometimes. Мне нравится об этом говорить, но нам у нас есть время. Write these four things down. Напишите вот эти четыре вещи. Jesus builds relationship. Иисус строит отношения. Are y'all hearing a lot about relationship today? Сегодня вы слышите очень много мы говорим о взаимоотношениях, так? Вот это вы слышите? Good. Хорошо. Никто не отвечает. I hope you're getting it. Я надеюсь, что вы слышите и пишете. So Jesus builds relationship. Иисус строит отношения. Jesus builds trust. Иисус строит доверие. Jesus leads us through encounters with God. Иисус ведет нас через встречи с Богом. And then the fourth thing, Jesus disciples us. И четвертое, Иисус обучает нас. If you don't write that fast, it's okay. We're going to go back through them here real quick. Если вы это слишком быстро, я повторюсь. So, this model in Luke chapter 5. Эта модель, которая описана в книге Луки, 5 глава, is a training that we give our staff. Это обучение, которое мы обучаем наших сотрудников церкви. We have a very large staff. У нас очень большой It's a training that we give большое our количество volunteers. Работников. It's a training that we give our volunteers. И это же учение мы даем своим волонтерам. Because we want people to have those four values. Потому что мы хотим, чтобы люди имели, все люди, которые в нашей церкви, here in Luke chapter и работники, 4. И сотрудники имели вот эти четыре пункта. So Jesus builds relationship. Иисус строит отношения. By jumping in the boat with these fishermen. Тем, что он входит в эту лодку вместе с этими учениками. He didn't ask them to do something crazy that they're not good at. Он не просил их делать что-то такое ненормальное, что они не умели делать. He told them, "Let's go out here where it's deep." Он сказал, пойдем туда, где глубоко. And let's cast out your nets. И давайте туда закиньте сети. At Gateway Church. Церкви Gateway. I need to stop saying that. Мне, наверное, нужно перестать это говорить. Ну, в нашей церкви. We want to know what people are good at. Мы хотим знать, в чем самое лучшее наши люди умеют, сильную сторону наших людей. We use professional industry tools to find those things out. Мы используем профессиональные инструменты, как определять эти сильные стороны. It's okay if you've never heard of this specific one, because there's a lot of them. Конечно, есть очень много в этой индустрии разных способов, и ничего страшного, если вы не знаете об этом. Which one you use isn't important. И не имеет значения, какую бы вы систему не использовали бы. Because there's a lot of these tools. Но очень много есть инструментов. We use strength finders. It's strengths finders. Мы используем такой инструмент, называется поиск сильных сторон. So my first day on staff at Gateway Church. И первый день, я когда был устроился на работу, и вот я в церкви первый день работаю. I took a test on the internet. В интернете я сделал этот тест. That would show me the five strengths that I operate in. И в этом тесте я узнал пять сильных сторон меня. Why is that important? Зачем это так важно? Because it gave my leaders. Потому что это дало моим лидерам. Something to celebrate about me. Что-то.
чтобы они могли почтить меня, где мои сильные стороны. Моим детям нравится, когда я их хвалю, когда они делают что-то хорошо. Они терпеть не могут, когда я показываю им, что посуда не убрана и не помыта, если я указываю на это. I love talking about me. Я люблю говорить о себе. Y'all, let's all talk about me. Давайте все будем говорить обо мне. Our leadership, they want to find something. И наши лидеры хотят выявить что-то во мне. Something good and positive. Что-то хорошее, что-то было бы позитивное. To celebrate with me. Чтобы они могли радоваться вместе со мной. So they take these whatever the test revealed. И вот они берут вот эти пункты, которые эти тесты показывают. And if it says I'm выявляют. If it says I'm very administrative or organized. И если этот тест говорит о том, что я очень организованный или мой дар в администрировании. They're not going to send me to a creative meeting and tell me to go create from nothing. Они не пошлют меня в этот отдел творчества и не будут мне говорить: "Твори из ничего". If you know, we hired this guy. Но если мы примем на работу этого человека. If you're a church leader, God gave you these people to lead your congregation with. И если Бог дает вам этого человека, то у вас есть люди, которых нужно вести. Use what they're good at. И выявите use their strengths. Этих людей, выявите самые лучшие стороны в этих людях. Jesus did not tell these fishermen, Иисус не говорил этим рыбакам, let's go cook some pizza. Давайте пиццу пойдем приготовим. He told them to go fishing. Он говорит, пошли будем удить рыбу. Да? Think about what that felt like for them. Подумайте, что они почувствовали в тот момент. You want us to go do what we're good at? Ты хочешь, чтобы мы пошли и делать то, что мы хорошо умеем делать? Okay. Да. I can do that. Конечно, я могу это сделать. Now he told them to do it wrong. Но он сказал им сделать неправильно по их мышлению. Not wrong by his standards. Но это не было неправильно по его стандартам. But they know you don't go to the deep to fish with a net. Но они знали, что ты не идешь на глубину и не ловишь там то, что он сказал. You go to the shallows. Но ты идешь там, где мелководье. But it's okay. Но ничего страшного. I'm organized. Я организованный. But leading and organizing a big church that's way bigger than anything I've ever organized. Но вести организацию и организовывать людей, которые больше, чем я даже себе представляю. I couldn't do this unless like the Holy Spirit really helped me. На самом деле я бы даже подумать не мог, разве что этот Дух Святой меня повел, чтобы я мог справиться с этой задачей. While Jesus is developing this relationship with these fishermen. И в то время, когда Иисус, он строит это взаимоотношение с этими рыбаками. They're saying, "Yeah, we're really good at fishing, and I'm glad you recognize that." Они говорят, ну да, конечно, мы благодарны, что ты узнал, что мы хорошие рыбаки. But we can't go fishing the deep. Но мы не можем пойти на глубину. They brought in a catch greater than they'd ever brought in. И мы в конце знаем, что улов был такой большой, как никогда ранее. What a wonderful way to build relationship. Какой прекрасный путь построить взаимоотношения таким образом. What a wonderful way to get to celebrate what they're good at as fishermen. Какой прекрасный метод, чтобы отпраздновать и возвеселиться результатом. So in that we saw Jesus build relationship. И вот мы видим, что Иисус строил взаимоотношения. The second thing he does is builds trust. Второе, он строит доверие. Jesus had every right to demand loyalty. Иисус имел всякое право, чтобы требовать лояльности. I am the Son of God. Я сын Бога. You will follow me. И вы, всякий, кто последует за мной, you will be happy about it. Ты будешь счастлив. And you will tell your mom to make me some borscht. И ты скажешь своей маме, чтобы сделать мне борщ. That's not how he led. Но это не так он вел. That is certainly not the way we're going to lead in the church. И это не таким образом мы будем вести наши общины. Jesus built trust. Иисус строил доверие. He said, "Do something impossible." Он говорил, делай что-то невозможное. He didn't leave them hanging. Он не оставлял их просто так сами по себе, чтобы были. Because they obeyed, they were faithful. Они были верны и они были послушны. They went where it was deep. Они пошли на глубину.
And Jesus showed you can trust me. Иисус тогда им показал, ты можешь доверять мне. When you do what I ask you to do. И когда вы делали то, что я попросил вас делать. It's going to be amazing. Будет удивительно. They trusted him after that. Они после этого случая доверяли ему полностью. Trust is not automatic. Доверие не приходит автоматом. Now, you know, we're all under authority. Мы все ходим под властью. Just because we're leading in the church. Только потому что мы ведем в церкви. Does not mean that we have all authority. Это не означает, что у нас абсолютная власть. In fact, the more authority that you want. И чем больше власти ты хочешь. The more authority you better be under. И тем у тебя больше должно быть желание быть под властью. Because in the church, if I just tell somebody to do something, потому что если в церкви я бы сказал вот так вот сделай, they're not going to do it because they think I'm all powerful and awesome. Они не это сделают, они не будут делать только подумав, что я такой великолепный и прекрасный человек. They're going to do it because it lines up with the vision that my authority. Они будут делать это из-за того, что has given me. Только потому что я под властью и руководствуюсь. Делая только то, что мне доверено сделать. Хотите больше власти? Get under your authority. Идите под свою власть. Whenever I, okay, years ago, много лет назад, I got a new boss. У меня появился новый начальник. And he was so much younger than me. И он был настолько моложе меня. Lord, why would you put this younger guy to be my boss? Зачем ты мне дал такого молодого человека моложе меня? Oh, I sure hope you know what you're doing. И чтобы быть начальником, надеюсь, Боже, что ты знаешь, что ты делаешь. I've been doing this for years. Но я эту работу делаю уже годами. You sit, and I'm just going to be open and honest with you. Я сейчас открыт и честен с вами. You can judge me. I'm in a process. Вы можете меня судить, ничего страшного. Судите, я все равно в процессе. My salvation isn't as quick as don't say that. My process as a disciple isn't as quick as some people's. Я в процессе быть учеником Иисуса. It takes me a lot longer. И прохожу через обучение, и для меня, наверное, занимает больше времени, чем для других людей. We were at this leadership meeting with our leader, our team, the guys that we have under us in our ministry. И наша группа с людьми, которые находятся под нашим руководством. У нас был такой тренинговый семинар. There were other ministry teams there too. И там также были из других служений группы, команды собрались. And I've been doing this long enough to know I need to sit with my team. И я подумал, о, мне нужно сидеть со своей командой. This young guy was sitting on the front row. А этот молодой человек, начальник мой, и сидел там впереди. I texted him. И я написал ему смс. I said, what are you doing? А я говорю, что ты делаешь там впереди? Why aren't you sitting back here with your team? Чего бы тебе не прийти, не сесть со своей командой, сесть сзади? And he texted me back, just trust me. А он мне пишет, просто доверься мне. Just trust me. Просто доверься мне. Who does he think he is? Кто он думает, что он есть? You know how long что I've been doing думает? This? You don't tell people to trust you? Ты не говоришь просто доверься мне. You gotta earn trust. Тебе нужно завоевать это доверие. And I started writing a long text. И я начал писать ему очень длинное смс. Oh, so fired up. Я настолько сейчас разозлился. And then, все внутри кипит во мне. And then great fear fell over me. И тут внезапно великий страх сошел на меня. I mean, the Holy Spirit came in my chest. Я верю, что Дух Святой зашел ко мне в грудь. With all the fear of God. Со всем страхом, который есть в страхе Божьем. And he said, like it was like. И как будто вот так. James. Do you trust me? Ты мне доверяешь? Do I establish leadership? Я устанавливаю лидерство. I started erasing the text message. И я начал стирать это сообщение длинное, которое я написал. And I started writing a new one. И я начал писать новое сообщение. It started with two words. Началось с двумя словами. I repent. Я каюсь. Forgive me. Прости меня. I am fully submitted. Я полностью подчиняюсь тебе. I did not want to step out of authority. Потому что я не хотел выйти из этой линии власти. It's an alignment.
потому что это как соединение. If I want to have authority in this kingdom, если я хочу иметь власть в этом царстве, I better be under the authority of the power of this kingdom. Мне нужно находиться под властью этого царства. I better be under the authority that the power of this kingdom put over me. Мне лучше находиться под властью этого царства, которое власть небес поставила надо мной. So Jesus established trust. Иисус устанавливает доверие. And they had a choice. И у них был выбор. Just like I had a choice that day. Так же, как и я имел, в тот день у меня был выбор. With my new boss. Со своим новым начальником. And my choice was, yes, I trust. И мой выбор был таков. This authority. It's both ways. Я выбираю доверять тебе. Extremely relational. Это It's a relationship. Это взаимоотношения. It requires trust. И требует доверия. Trust is so important. Доверие очень важно. And the years later, и года прошли. I learned so much from this young pastor. Я научился от этого молодого пастора столько многому. We are amazing friends. И мы сегодня удивительные друзья. Iron sharpens iron. Вы знаете, что железо точит железо. God is going to put people in your life to sharpen you. Бог будет помещать в вашей жизни людей, которые будут вас острить. Have you ever seen somebody sharpen an axe? Видели когда-нибудь, как топор острится? Imagine you're the axe being sharpened. Представьте себе, что вы этот топор и вот острят вас. Oh my gosh. This is irritating. Это раздражает, не правда ли? This is really uncomfortable. Это очень некомфортно, правда? I had a lot of sharpening to do. Мне очень много нужно было меня острить. I still do. И даже сейчас прохожу через такие процессы. Because I'm in a process that God is doing in me to build more trust. Но из-за того, что я нахожусь в этом процессе, только потому, что Бог хочет, чтобы доверить мне больше вручить мне больше доверия. Because the more trust I put into Him. И чем больше я буду доверять Ему. The bigger my capacity. Больше будет у меня способность. To go say to a mountain, move. Чтобы пойти и сказать горе, сдвинься. Amen. Аминь. So the second thing is Jesus builds trust. Второе, что Иисус строит доверие. The third thing Jesus does, He takes us through encounters. Он ведет нас через встречи. He activates our faith. Он активирует нашу веру. Just like those fishermen. Так же, как и те рыбаки. Their faith was activated. Их вера активировалась. They knew right there in Luke chapter 5 at the beginning. В Луке 5 главе мы прочитали в начале. Whoa! I could say to a mountain, move. Я могу сказать этой горе передвинься и передвинется гора. I could throw a net in deep water. Я могу закинуть сети на глубину. I can be used by God to be administrative. Я могу быть использованным Богом в администрации. In a place with a lot of people. В том месте, где будут множество людей. I can do the impossible thing. Я могу делать невозможное. And Jesus didn't stop at that. Иисус тогда не остановился на том. The relationship continued. Но мы видим, что отношения строились дальше. As leaders, one of my favorite things to do with new volunteers, new leaders. Моё любимое дело, которое я люблю делать с волонтёрами, которые только-только пришли. Is take them to serve. Поместить их в те места, где они бы проявили служение, служить. Take them somewhere that has great needs. Повести их в те места, где есть великая нужда. Because. Потому что. They don't have a big capacity for faith. У них нет способности для великой веры. They obviously have faith, or they wouldn't trust me to cross a border into Mexico. Конечно, у них нету веры, чтобы пройти через границу со мной в Мексику. They wouldn't go to a scary place with me. Они бы не пошли со мной в те страшные места Мексики. Unless there was a little bit of faith there. Разве что у них было бы чуть-чуть веры. But I'm going to do everything I can. Но я буду делать все возможное. To make that
that vessel of faith чтобы тот сосуд веры grow more. Расширялся. And in the process, my faith is going to grow more. И в этом процессе моя вера будет укрепляться. There was one time we were in Mexico. Один раз мы были в Мексике. We had a trailer full of food. И у нас был такой прицеп полный с едой. And we went to literally the city's dump. И мы пошли на свалку городскую. Because there was a community of people that lived there. Потому что там было общество, которое жило на свалке. And you know, I was just kind of handing bags out of the trailer. И вот я брал вот эти вот мешки с едой и вытаскивал из вагончика. There was a big team of teenagers in there with me. И со мной была команда подростков. It was like an assembly line. Которые вместе со мной. И мы по порядку так вот передавали. And I was like, guys, hang on. И я говорю, ребята, подождите. I'm gonna see how long this line is. Я пойду посмотрю, насколько длинная вот эта очередь. I looked at the long line of people that were there to receive food. И я посмотрел на вот эту линию, очередь, которая ждала, чтобы получить пищу. I absolutely panicked. И я запаниковал. Because we're almost out of food. Потому что у нас не хватало еды уже. Мы уже все раздали. So I said, okay, guys. Я говорю, ребята, подождите. We're gonna pray that God multiplies. Мы сейчас будем молиться, чтобы Господь умножил эту еду. And they started praying. И подростки. They didn't see what I saw. Начали молиться, и они не видели то, что я видел. I just told them, there's still a lot of people out there. И я сказал, что очень много людей там. Do you think God can do you think that God can make enough food for all those people that we have out there? You didn't ask. I asked the students. И я спросил студентов, как вы думаете, Бог может увеличить пищу? I didn't panic. Я не запаниковал. I just said, hey guys, there's still a lot of people out there. Но я им не сказал, и сказал, ребята, там очень большая очередь, много людей. As confidently and calm as I could. Я пытался быть настолько спокойным и настолько убедительным. I said, guys, we're gonna pray. И я говорю, ребята, мы сейчас помолимся. Pray that we got enough food for everybody. Мы помолимся, чтобы было достаточно пищи для всех, кто пришел. We just kept working. И мы продолжали работать. And we kept praying. И передавать, и молимся в то время, когда мы передаем пищу. Lord Jesus, Господь Иисус, the less food, like we were almost running out of food. Мы практически уже не хватало пищи. Lord, you Господь, know how many people are here. Ты видишь, сколько людей пришло. Lord, you know their needs Господь, better than ты видишь их нужды больше и лучше, чем мы знаем. And then the teenager said, "That's it." И подросток говорит, все. Okay. Хорошо. And I walked out of the trailer. И я выхожу из этого вагончика. And I was readying an explanation. И я уже был готов дать объяснение. Like, what do I tell these people? Что я уже собирался с мыслями, что мне говорить людям? Who knows how far they came for food? Я не знаю, откуда они пришли, как далеко они ходили. So I went out there and I said, guys, we don't have any more food. И я уже готов был сказать, ребята, у нас нету больше пищи. And they looked at me like, so what? И я когда сказал, они сказали, ну и что? And everybody's already walking away. И все уже ушли. With all the food they can carry. Потому что у них была уже еда. I can't even tell you how. Я вам даже не могу передать. How amazed I was. Как удивлен я был. My faith grew. Моя вера увеличилась. So much. Настолько сильно. I started crying. Я начал плакать. Everybody got food. Все получили пищу. All the teenagers that were in the trailer. Подростки, которые были внутри вагончика. What are you so excited about? Они говорят, а что ты так радуешься? I said, the line was потому back что there. Вы не знаете, вы не видели, очередь была настолько длинная. And they were like, what? Они говорят, что? Yeah. Да. And I, you know, yes, their capacity of faith might have grown a little да, bit. Да, конечно, их вера вот была такая, ну чуть-чуть выросла. But man. Но моя. Oh. Jesus did this every day. Иисус делал такие вещи каждый день. With the 12. С 12. I mean more than that, with the 70. Также и с 70-ми. Take them through your encounters with God. Ведите людей, проведите через ваши отношения с Богом, ваши встречи с Богом. Look at Jesus' prayer team. Посмотрите на эту команду Иисуса молитвенников. Did he go with them every single time? Что он каждый раз с ними везде ходил? No, he went up the mountain alone sometimes. Он даже сам ходил на гору. But sometimes he said. Но иногда он говорил. Peter, James, Петр, John, James, Andrew, Иоанн и Андрей.
come with me. Пошли со мной. We're going to go pray. Мы сейчас пойдем помолиться. You better not fall asleep this time. Ну, пожалуйста, только сейчас не засните. And he let them experience his relationship with God. Он позволял им переживать и видеть его отношения с отцом. Have you ever gone to your pastor's house? Вы когда-нибудь были у своего пастора дома? Or another pastor that you look up to? Или были у пастора, который, вот, допустим, вы очень хорошо думаете, а? Цените пастора. Think of your favorite worship leader. Подумайте о вашем любимом лидере прославления. The CD you listen to every morning. Или CD, который вы слушаете каждое утро. Музыку, которую вы слушаете. When you watch somebody you look up to pray to God, когда вы смотрите на кого-то, you start desiring и когда вы наблюдаете за кем-то, кто имеет отношение с Богом, you begin to desire to have that relationship with God. И вы начинаете иметь желание иметь такие же отношения, как тот человек имеет с отцом. When you're worshiping to your absolute favorite worship leader, когда вы поклоняетесь Богом с лидером поклонения, который ваш любимый, которого вы включаете. All a good worship leader's doing. Все, что делают хорошие лидеры поклонения, is they're letting you watch them. Они позволяют вам наблюдать за ними. They're letting you watch them have a moment with God. Они позволяют вам наблюдать этим мгновением, которое они имеют со своим Богом. They're worshiping. Они поклоняются. We just get to watch. А мы всего лишь наблюдаем, смотрим. We get provoked with jealousy. И у нас возрождается вот такое желание, ревность. I want my prayer life to look like pastors. Я хочу, чтобы моя молитвенная жизнь была такая, как у пасторов. I want my worship time to be like that worship leader. Я хочу, чтобы мое время поклонения было как у того лидера прославления. Hanging out with John this week? Вот провести время с Джоном на этой неделе. I'm not even going to tell you how many chapters of the Bible he reads a day. Я даже вам не скажу, сколько он глав Писания читает каждый день. Извини, Джон, я не скажу, но он где-то 25 глав читает в день. Ну, потому что вся слава Господу идет на небеса. Но если кто-то читает больше, слава Богу. Но я вдохновлен. Я хочу вот эти взаимоотношения, которые он имеет, встречи эти с Богом, я хочу это. Если вы лидер церкви, кто-то лучше было или хорошо, чтобы кто-то видел, как вы имеете, какие встречи вы имеете с Богом. Аминь. Подумайте. Подумайте о себе. Кто из ваших людей видел, как вы встречались с Богом? Потому что если никто не видел, как я встречался с Богом сегодня, кого я веду? Oh man, that just got real. О, это реальные вопросы. Let people see your relationship with God. Пусть Бог, with God. Пусть люди видят ваши взаимоотношения, ваши встречи с Богом. So John can beat me up later. И Джон может меня побить позже за то, что я поделился his Bible practices. С его эти чтение практики, чтение Библии. But I'm so grateful that the Bible doesn't tell us how often. Но я настолько благодарен, что в Библии не написано, как часто и много. And how much time. И сколько времени мы должны потратить. That Jesus spent alone away with God. И что сколько, прошу прощения, что я так рад, что в Библии не написано, сколько времени и сколько Иисус потратил взаимоотношения с Богом. Because some of us would just turn into Pharisees. Потому что если бы было бы написано, то многие бы из нас превратились бы в фарисеев. And self-righteousness would settle. И самоправедность бы пришла в нашу жизнь. I met with God 8 days this week too. Я тоже 8 дней встречался с Богом на этой неделе. It doesn't matter. Не имеет значения. It's between you and God. Это между тобой и Богом. So pick a pace. Поэтому выбери эту дистанцию. That works for you. Которая работает для тебя. Этот ритм. Pastor John has developed a pace for his life. John определил свой
ритм, that works for him. Который работает для его жизни. I have an 8-month-old baby at home. У меня дома 8-месячный ребенок. I'm telling you right now, I'm not reading 25 chapters of the Bible a day. И я вам хочу сказать, что я не могу, я не читаю 25 глав в день. So do not go home and think that you have to live up to somebody else's pace. И, пожалуйста, не идите домой, думая, что, ой, и жить чьей-то жизнью. So the third thing we see in Luke chapter 5 is Jesus takes us through those encounters. И еще то, что мы видим в книге Луки, что Иисус сам проводит через эти встречи. And then the fourth thing we see, the last thing. И четвертое, последнее. We see discipleship happen. Он, мы видим, что ученичество происходит. And when we see people take on new followers. И когда мы видим, когда люди сами уже имеют своих последователей, учеников. We see that it costs something. Мы знаем, мы видим, что это стоит что-то. Есть цена, жертва. Being a disciple and follower of Jesus. Быть учеником и быть последователем Иисуса. Looks very different than having obeyed him one time. Выглядит совершенно другое. Это не то, что когда ты послушен и однажды ты ответил на его призыв. The fishermen didn't say, "Whoa, whoa, whoa! We already obeyed you. We threw our nets out in the deep." Эти рыбаки не сказали: "О, мы уже тебя раз послушали и мы уже бросили сеть один раз. Этого достаточно." If they would have said that, если бы они это сказали, they wouldn't have been ready to be followers. Они бы не были готовыми быть его последователями, учениками. I hope you're hearing the grace in my voice. Надеюсь, что вы слышите благодать в моем голосе. God is not asking us to do something He's not going to give us the power to do. Бог не будет требовать от нас делать что-то, что если бы Он не дал нам силы inside, это делать. Inside here, it might seem impossible. I can't do that. Может быть, в голове у меня внутри здесь кажется что-то невозможное. But it's important that you're obeying the voice of God. Но очень важно, что вы послушны голосу Божьему. A lot of people think that following Jesus. Многие думают, что следовать за Иисусом. Means quitting your job. Это значит, что нужно уйти с работы. Taking off your shoes. Снять свою обувь. And going out on the street corner and yelling at people. И пойти на уголки улиц и кричать на перекрестках и кричать на повышенном тоне. It doesn't mean that. Это не означает. It means that the reason why you do your job changes. Но причина заключается в том, что там, где ты находишься, now I'm gonna то, что ты делаешь, оно build, изменяет. To build the kingdom of God. Now, like I used to mow yards. Я раньше занимался работой, что стриг траву. As a follower of Jesus. И зарабатывал деньги. И как ученик Иисуса. I mow the grass. Я стригу траву для царства. For the kingdom, so that I can bring my tithe to the storehouse. Для того, чтобы десятину приносить в дом Божий. And just this is for free. This isn't a part of it. I'll try. И вот это бесплатно, такой бонус. Это не часть учения. As leaders in the church. И будучи лидерами в церкви. Do not shy away from talking to people about their giving habits. Не стесняйтесь говорить о даянии, о привычке, что нужно давать. And I hope that doesn't feel like salt for a slug. Надеюсь, что это не является для кого-то как соль на рану я сейчас сыплю. Oh, we're not going to talk about that. О, опять он будет говорить об этом. Be excited when you talk about that. Будьте радостны, когда вы говорите об этом. Share testimonies when you talk about giving. Церковь должна радоваться, когда вы говорите о даянии. You know why my wife and I tithe? Вы знаете, почему мы даем десятину с женой? Give them reasons. Скажите причины, почему вы даете. Because when I see John read the Bible. Потому что когда я вижу, что Джон читает Библию. I want to read it just like him. Я хочу так же само читать. Это мотивирует меня. When I see the dinner that is served at Pastor Valentin. Когда я вижу, как ужин, который мы ели у пастора Валентина и Татьяны. I want to cook like them. Я хочу так же кушать, варить, как они. Yeah, it was amazing. I used to be skinny before I came. Вы знаете, это было удивительно. Я был такой худой, когда я приехал. То, что они со мной сделали. When your congregation sees how not afraid to step out and obey God in finances that you are. Когда общины, церкви, они видят, что не боятся. They're going to step out and be faithful with their finances.
Когда община видит, что вы не боитесь и вы делитесь, как вы даете, тогда Amen. И они будут такими же. Can you receive that? Можете принять это? It costs something to be a disciple. И вы знаете, есть цена ученичеству. Jesus told the man, let the dead bury the dead. Иисус говорит, пусть мертвые хоронят мертвецов. Let someone else bury your father. Пусть кто-то схоронит твоего отца. I'm going to teach you to be fisher of men. Но я буду учить вас быть ловцами человеков. And just like Pastor John said, и как пастор Джон сказал, if you don't have money in the bank, если у вас нет денег в банке, you can't cash that check, вы не можете акишировать этот if чек. I don't have a relationship of trust, если у меня нет взаимоотношения доверия, if you haven't seen my encounter with God, если вы не видели мои встречи с Богом, if you haven't seen how I value our relationship, если вы не видите, как я ценю наши взаимоотношения, there is no way you're going to drop everything and follow. Не будет, нет пути. And follow Jesus. Sorry. Вы не сможете следовать за мной. Ничего не сможет удержать или не привлечь, чтобы вы следовали за мной. I'm talking to church leaders. Сейчас я говорю к лидерам церкви. And I know I got like less than 5 minutes left. Я знаю, что у меня 5 минут осталось. At Gateway of Church, we honor the culture of health. В церкви Gateway мы ценим культуру здоровую культуру. We have relational oversights with our bosses every week. У нас каждую неделю и есть взаимоотношения с нашим начальством. Our volunteers have relational oversight meetings with us. Наши волонтеры имеют также встречи с нами. And we do, которые мы ведем их. And we do the things that leaders are supposed to do. И мы делаем те вещи, которые лидеры должны делать. We have difficult conversations. У нас есть трудные разговоры. We say things like. Мы говорим такие вещи. A lot of church leaders are falling to sexual immorality. Многие лидеры церквей, они падают в аморальный образ жизни. How are you doing? Как ты, как у тебя дела идут в этой области? What are you doing to, what are some steps you're taking to keep yourself out of that? Какие шаги вы делаете для того, чтобы удерживаться от такого образа жизни? Just because of who I know is in this room. Только потому, что я знаю, кто есть в этой комнате. We call it staff chapel. У нас есть также есть час, где только сотрудники, работники собираются. It might look like a dinner or a Shabbat once a month with your leadership team at your church. Оно выглядит так наподобие как ужина или Шабата ужина. Это раз в месяц происходит. At one of our staff meetings. И в одном собрании таком. One of our team meetings. И вот эта группа, когда собирается. With a group of all the leaders. В этой группе, где все лидеры, только служителя. One of our pastors had just gotten back from a retreat at a hotel. Один пастор, который только-только вернулся с гостиницы, там был ретрит какой-то. Уединение было. There was a whole bunch of pastors that were invited to this pastors conference. И это была такая конференция, где много пасторов были приглашены на эту встречу. And when the hotel clerk was talking to the main pastor about the reservation. И когда в гостинице главный администратор там разговаривал с этим человеком, кто бронировал номера. And all of the hotel room accommodations. И все комнаты, которые предоставляли места для этих пасторов. Clerk asked our pastor, "Do you want us to disable the pornographic channels?" И вот этот работник гостиницы спрашивает этого главного пастора, который организовал эту встречу, говорит: "Хотите ли вы, чтобы мы сейчас убрали все порнографические, закрыли доступ к порнографическим каналам?" If the pastor was a man, it would have been like, "Yes." Если бы пастор был человеком, то он сказал бы: "Да, конечно, закрой, чтобы не было искушения." But this was a lady pastor. Но это была женщина-пастор. And she said, "Why would you even ask me that?" А ты говоришь: "Почему ты меня даже спрашиваешь этот вопрос?" None of our this is a pastor's conference. Nobody's going to watch that. Это же пасторская конференция. Никто даже и мысли не имеет заглянуть. The hotel had several clerks behind the desk. А в этой гостинице, это, видимо, была большая гостиница, и там было много, ну, несколько этих клерков, которые работали. They all had a chuckle. Они на лице было такое выражение. Her heart broke. И сердце пастыря было сокрушенное.
Because the clerk told her. Потому что этот клерк сказал. We just had a youth pastors conference here. У нас только вот сейчас прошла молодежная конференция. A couple of weeks ago. Пару недель назад. And we had the highest number. И у нас был самый высокий номер, этот доступ, рейтинг. Those pornographic site views that we've ever had. Порнографические сайты, которые смотрелись. Like she could barely stand. Turn them off. Turn them off. И эта женщина говорит, отключите все. Disable all those programs. And we have those conversations as a staff. И у нас есть такие разговоры с нашими сотрудниками. The enemy wants to steal, kill, and destroy. Потому что враг хочет приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Us. Нас. He's gonna start at our marriages. Он будет начинать в наших браках, в наших союзах. He's gonna try to work on our children. Он будет начинать работать в наших детях. Those oversight meetings we have with our bosses. И те собрания, которые мы имеем с нашим начальством. Literally save our lives. Они в самом деле спасают наши жизни. So I say this, I tell my leaders this all the time. Я говорю нашим лидерам постоянно об этом. 90% of leadership. 90% лидеров. Is an awkward conversation. 90% of leadership is an awkward conversation. 90% лидерства это взаимоотношения, которые очень такие странные выглядят. I didn't leave any time for questions. Я сейчас не оставил ни одного, не оставил время для вопросов вам. Because I'm tired. Потому что я устал. And I'm going to answer your questions way better tomorrow. И завтра я отвечу на все ваши вопросы, которые вы будете иметь. While Pastor Valentine comes up, I want you to go home. И хочу, чтобы когда вы пойдете домой. And begin asking the Holy Spirit. Начните задавать Духа Святого вопросы. What he's highlighting in this. Что он выявляет в этом сегодня? These four ways that we develop relationship. Четыре пути, которые Четыре пути, которые мы говорили сегодня. Write those questions down. Напишите эти вопросы, которые у вас возникли, и можете задать завтра, и мы ответим. God bless you. Да благословит вас Господь.